В Рысковском районе прошел захватывающий конкурс красоты «Инабатты Ару-2024», посвященный Международному женскому дню. Мероприятие, направленное на пропаганду традиционных казахских ценностей, собрало красавицы из 14 сельских округов. На протяжении 4 различных этапов участницы демонстрировали свои достижения в области искусства, образования и знания казахских ценностей, представив их в 2-минутных презентациях. Этапы конкурса позволили каждой девушке проявить свои таланты и подчеркнуть свою уникальность. Я очень рада, что приняла участие в этом конкурсе. Представляю среднюю школу села Кагершин. Хочу поблагодарить тех, кто меня поддержал. Зрители были в восторге от увиденного и наслаждались образом современной казахской девушки, сочетающей в себе красоту, ум и глубокое понимание национальных традиций. Данный конкурс был организован в честь праздника. По правилам конкурса участницам должно быть от 15 до 18 лет. Каждая из них показала свой талант и мастерство. Поздравляю наших женщин с этим замечательным праздником. Главный приз конкурса достался талантливой жительнице села Кугершин Айнур Нурбек, чей образ и характер в полной мере отражают дух и красоту казахской женщины. Мадияр Салыков, Айхан Ахпарат.